О, ничего себе! Он, смотри, он так как мощно вообще просто пролетел. Я думал, он меня собьет, короче, сейчас и фингал поставит. Так, ладно. Короче, мы приехали. Вот. И что мы тут увидели? Это на самом деле просто шляпа. Вот тут лесовозы ездили, накатали вот чего. И привезли с собой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Их просто тут тьма. Вот еще, вот еще, и вот еще. А, еще и вот там вот. И сейчас вот это вот все мы попытаемся удалить. Вот. Так что приступим. Вот, обратите внимание, все, поляночка, на которой мы приезжали, вот она вся чистенькая, вот, и весь хлам, вот он как бы лежит в пакетах. Сейчас мы это погрузим и все сожгем, вот. Чтобы вы понимали, где это находится, вот прямо дерево, которое обглодали лоси или олени, там, елка, а и вот дорога, вот. Так что подписывайтесь на наш канал, смотрите, вот, и знаете, что все нормально у нас. Случилась поломочка на тракторе, вот сейчас вот. Товарищ приедет на Урале, а у меня вот что случилось. Шов сварной лопнул. И, короче, если бы я еще дальше поехал, видите, то есть вероятность того, что я бы колесо потерял. А я еще еду и думаю, блин, оно у меня как-то, ну, восьмерка играет такой, с чего это вдруг-то? Я вроде нигде не ударялся, ничего не происходило, и на тебе, блин. Вот. Сейчас снимем колесо, быстренько его заварим, привезем обратно и доделаем свою работу. Ну все, сейчас заберем мусор. Это мусор, по-твоему? Это дерьмище, я бы даже так сказал. Мне кажется, это мусор, придуманный природой. Ну, возможно, и так. Так, ну что ж, место мы все подобрали, все четко. Все дерьмо лежит вот в тракторе и чуть-чуть еще в Урале. Вот, сейчас поедем, короче, и все это дело нахрен сожгем. Поэтому... Мы эти, как они, как волки-то, ну, санитары леса, санитары деревни. Типа приехали. А что ты привез? И этот, как его? Компост? Борщевик. Компост? Борщевик. Нет, борщевик. А зачем ты все привез его? А, слушай, я не здесь остановился, надо было туда, да? Сжечь его надо.
кому если нужен борщевик, как бы, ну, обращайтесь. Вот. Килограмм 500 рублей. Недорого на самом деле. Слушай, оно у нас точно загорится-то? Бензин. Ну вот, целое поле. Сейчас еще в гастроном поедем, надо будет купить уксуса. Я это с утра хотел яйца пашот сделать. Что, поджигаем или чуть попозже? Завтра. Завтра. Пусть подсохнет, да? Да. Ну все. Вот такая вот. Бочка была пустая вообще. Шикарно. Короче, подписчики. Комаров здесь столько, наверное, вы слышите, как они жужжат, просто немерено. Случилась у меня вот такая оказия. У меня отвалилось. И весь прикол, что это все хрен поймешь в каком лесу. Вот, сейчас отправил за мотоциклом напарника, он сейчас придет. Вот, мы заберем колесо и я поеду его варить. Потом вернемся сюда. Дотащим это колесо опять до трактора и поставим, и я, может быть, отсюда уеду. По факту, это уже за сегодня второе колесо так ломается. Вот. С чем это связано, сказать не могу. Вот. Но думаю, что это из-за комаров все. Потому что их столько, что какой-то ужас вообще просто. Вот. Так что вот так вот. Я пока еще живой, и мы продолжаем наше путешествие. Вот. Давайте, буду держать вас в курсе. Короче, парни, вот приехали обратно, короче, да, то колесо решили оставить там. Забрали два штатных колеса. Сейчас пойдем просто то заменим, другое поставим, короче, и как-нибудь доедем. А уже завтра будем думать, что к чему. Итак, поехали. Жестко. Ну вот спустя полчаса мы кое-как притопали гремыки, которые у нас стоит тут на одном колесе. Вот принесли штатные. Вот, и сейчас, соответственно, как бы снимем это железное колесо, поставим штатное и попробуем отсюда уехать. Вот. Заряда осталось на самом деле мало, поэтому мы сейчас это быстренько все поменяем. Вот. И, соответственно, потом вам покажем, как мы проедем. Но на самом деле на этих колесиках, блин, ну не знаю, как мы проедем. Ну, должны как-то проехать. Вот. Итак, ладно, погнали. Так, ребят, ну что, вот мы колесики поменяли. Вот, по факту, теперь будем пытаться в кромешной тьме, конечно, прорваться вот туда. Вот. Итак, погнали. А толкать те, кто будет? Ну, сейчас попробуем сначала тронуться. А там, может быть, и не понадобится. С этими колесами никак не...
Свобода, все ништяк. Ну что, на этом наше приключение закончилось. Теперь это как бы ровная дорога. Теперь доедем и только завтра будем уже ремонтировать как бы эти колеса. Колесо вроде не потеряли. Нормально оно тут закрепилось у нас. Вот, по факту ящик тоже. Вот. В общем, вот такие вот мы путешественники. Короче, смотрите, вот это первое колесо, которое я варил, да? Вот. Ну, я его приварил, как бы все держится. Но я в какой-то момент понял, что это не в нем дело. Сегодня жара, конечно, под, блин, 30 с лишним градусов. И работать просто невозможно. Так вот, я смотрю, что по факту-то шов остался на месте. Оторвало сам, как бы, корпус. Вот. И я в какой-то момент подумал, блин, а зачем я сделал так, чтобы оно у меня здесь откручивалось все на болтах? Я, короче, наверное, все это дело сниму и тупо, просто приварю наглухо. И потом еще, короче, косынки всякие сделаю, так, чтобы, ну, не разбивало. Вот. Ну, просто сейчас такая жара, что работать просто невозможно. На этих колесиках еле приехали. Это какой-то ужас. Даже папашня, он не едет толком. Вот. И может из-за того, что прицеп тяжелый или еще что-то. Вот. А сейчас соседом там Урал делаем. Вот. И я там подсказываю просто, что к чему. И там интересный такой момент. Там колодки кончились. Вот. Но там все колеса можно поставить, они взаимозаменяемые. Вот. Ну, сейчас я вам покажу, что к чему. Короче, вот он, этот Уральчик. К сожалению, там стояли вот такие вот колеса ненужные. И он решил поставить, ну, нормальные колеса. Сейчас будут везде такие нормальные колеса, кроме запаски. Вот. Предыдущий хозяин отдал вот с такими колодками, которые уже начали клепки точить. Видите? Вот. И вот сейчас вот будем устанавливать новые, вообще прям нульсон. И, соответственно, как бы регулировать их. Потому что просто так поставить и не отрегулировать ничего не получится. Вот. Поэтому сейчас накинем еще одну пружину. Вот она, кстати. И будем регулировать. Короче, все, собрали мы колесо. Вот. Точнее, даже не мы. Я-то вообще не участвовал никак. Вот. Так, смотри, вот. Ага. Теперь еще сейчас отвертку будем выковыривать. Ну просто ее тяни и все. И крути. Тяни и крути. Все. Вот. А разве не должно быть больше сжато? Туда. И это должно быть сжато, а это нет. А как сделать, чтобы сжато? Туда. Зачем? Это не надо. Не надо? Нет. Так останется вот так? Да. А. Все великолепно. Ты там гайку затянул прям намертво? С той стороны. Ну все, прекрасно, все, тогда не открутится. Тогда все, тогда здесь затягиваешь и все. И колпачки только на камеру не забудь одень. Вот. Я, короче, пошел похавать. Вот. Здесь тоже, по-моему, колпачка нету. Вот. И потом приду тогда. Окей?